Всем доброго времени. Вот и дошла очередь до львов и львиц. Что у львов и львиц будет в личной жизни в октябре? Снова карта победителя. Отношения нестабильные, непостоянные, с переменным успехом, но при этом как бы связанные отношениями, связанные обязательством. Давайте посмотрим, что у львов будет в сфере работы. Выпала карта гости. Врач и старик. Будут преуспевать люди в работе, львы, особенно связанные с услугами, особенно вот со старыми клиентами, но, возможно, и новый приток клиентов, людей появится. Вот. И карта гости, если вы, например, работаете в бухгалтерии, в таких вещах, которые связаны с проверкой, да, то есть кто-то явно, либо могут появиться ваши коллеги, которые будут какие-то свои новшества вам предлагать. Либо проверяющие инстанции, органы могут появиться по карте гости. Ну а если вы оказываете услуги, то в принципе хороший активный у львов месяц. И старые останутся, и новые добавятся. И теперь посмотрим, что в сфере здоровья у львов на октябрь месяц. Детские болезни могут появиться, может болеть спина, геморрой, и могут быть озадачены не своими проблемами, а здоровьем детей, ну и, собственно, заразиться могут от детей наши львы, дорогие. Ну и самое главное для львов в октябре месяце. Опять же, не есть непроверенную еду, избегать отравлений, не есть грибы, если вы в них не разбираетесь. Старайтесь во всем держать порядок обязательно. И старайтесь относиться к юмору. В октябре месяце могут наших львов разыграть какая-то оплошность, какая-то шутка, которую наши львы могут не понять или оценить совершенно неправильно. На этом все. С вами была я, Эльтка-гадалка, оракул-мозаика. Увидимся очень скоро. Я вас очень сильно люблю. Всем пока!